Приветствую вас, дамы и господа, всем низкий поклон, с вами Резон, и сегодня мы погоняем кланом в укрепрайонах на 6-х уровнях. Приятного просмотра! Делиться нельзя, не хватит стволов. Давай по команде. Аня, послушайте, подожди, давай не проезжаешь, и встретим, где-то остальное. Не, так же едем, так же ведь клёво получилось. Давай тогда справа я поеду. Ну ладно. А их не получится немножко так. Нормально. Они все будут уже на горке. Тогда надо двоих на захват ставить, остальные. Только Адам, зря ты пойдешь направо. Мы вместе едем. А я предлагал бы. Нам надо всем налево, нам с тобой, скажем так, вот ты побыстрее получается. Мы пролетаем по большому кругу туда дальше. Становимся с той стороны на захват, а парни с этой стороны прям под горку. А вот и к нам едут. Да и хрен с ними. Чеки, с мы налево. Так точно. Налево. Настоящий танкист. Так точно. О, нифига себе. Мент, тебя не звали налево, вали оттуда. Я быстрее. Это наши с ней поляна. Ого, на горку залетели. Ой, Тичики, у тебя цвет не такой. Где еще один со мной на базе? Я еду, еду, картошка, я сзади. Сзади? Да. Уж у кого цвет не такой, блядь. Это у тебя цвет не такой. Ну я тащил как мог. Он даже успел двоих с собой собрать. Ну вон шотного, шотного кромвеля забери. Ну нормально же. Ага, вечная проблема у картошки боеукладка. Да, это не только у меня, это вообще. Но мне ее два раза снесли. Давайте в этом бою. Ага, ты тоже? Вы закончите. Я нормально. Сейчас чуть да выезжайте на него сюда, все. Ну где там остальные? Понял. Отлично. Красава. Просто скилл. Он сейчас походу так и сдохнет с минус одним фрагом. Ааа, сука. Да. Ха-ха-ха, я не пробил. Капец. Хорошо, так, блин, глянь, в укрепах можно такие бабки получать. Конечно, я же не дурак. Ну да, молодец, блядь. А сколько он стоит? Где-то рублей 500. Прикольно. Сейчас скидка на него 2000 рублей. Чё, крайний? Скидка на него 2000, нормально. Ты куда спешишь? Давай, ты последний, да, вот попомни. Нет, надо все. Пусть картошка кинет, пригласи, походу, и едем дальше. Да, ну да. Не, я тоже не пойду, поиграем, поиграем. Да, поиграем. Да, я нормально на марафоне выехал на этом самом, на японце. Один бой 4 с копейками я получил. А второй бой 1800, ну и короче там нормально так вышло за два боя. Мне еще половину осталось делать. Да японцы, когда в топ кидают, а еще и без арты, там покер даже ПТшки. Я вам сегодня, получается, на этой самой, на... Бляха, не порт, а как же карта называется? Ну, короче, где там такой городок с портом маленький. Посреди... Рыбацкая бухта? Да, 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 в рыбацкой бухте сегодня. Получается, я один держал 5 танков. Они от меня все лопнули и напанковал нормально. А потом просто вот, да? Палочку, где домик. Все остальные под горку. Тут их много. Вот сюда вот. Да я понял, просто да, она да, сначала да, говорит, картошка. Просто какое-то картошка. Время проходит, и она кликает. Картошка. Но. Ты им дом номер тоже объясни. Чё, куда едем? Улица. Чё объяснить? Улицу, дом номер. А, понял, понял. Здесь ещё есть улица. А, вон на тропинку вижу. Куда ехать? А
тогда мне, мне куда? Я показала только что. А я не слышал. Как ты можешь услышать, если она показывала? Колобанга! А, это черепашки ниндзя, что ли? Да. Вот что вы смотрите-то. Да, а ты что не смотришь? Так, с вами едут, я встречать. Я только американский папашка. Так иногда бывает, и не смотрит. О, какой они мастерский раш. Сука ебаная, кроме, блядь. Да они тараном просто, блядь, какой кайф пока, блядь. Смотри. Всё, блядь, давай. Переключился, называется, на ваншота, блядь. Поехали 37-го нашего спасать. Давайте ехать. Спасайте, блин, меня! Меня сейчас изнасилуют! Сейчас, блядь. Блин, еще рикошет от Крома. Ну ладно, разыпь, пускай. Ну блин, а, я тащил как мог. Я вон троих даже с собой забрал. Один насяучик. Второй раз тоже. А давайте их тараном. Давай тараном. Никакого тарана. Да, я вон тараном 400 с чем-то потерял. Да, блядь, это неинтересно играть тараном, блядь. Почему не сделали? Чай, чай, короче. Не, это было круто, когда на пазика играли и тараном брали. Сушек, блядь. На пазике там все тарали, все, что попали на меня. Да, блядь. У меня еще мастер таран был прокачан. В замок что ли бежали? Бой, блядь. У меня мега на дебатерский пазик был. На том аккаунте. Как я тут недавно, когда мы в укрепе катались, я на ВКшке воткнулся в Хелката. Хелката откинула, блин, от берега, наверное, метра на 3 в воду, блин. Вот так классно вылетело. А еще Бакс и я, короче, мы там втроем делали видео. Как-то ранее, да, вот на базика, блядь. Это реально жестко. В Ютубе есть это видео. Давай, чекист, насилуй это чмо 46%. Че, смотри, опять БК. Фикс БК, блядь, потерял. Че, на 37-м это болезнь. 21-го это плюс единственный, наверное, 21-м, что у него БК так не часто не ломается. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Видел. Смотрите, за бой получил 3552. Ну, этих, серебра. Вот, смотри, тут с премом, ну, короче, это уже за, ну, все минусы, когда убрать, 42382, как получается? То есть 328. И чё? Ну, я получил 41 тысячу. С премом, короче, вот это все хуйня, со всей этой хуйней, короче, 42 получается. То есть, бойкомплекс, вот это все, если убрать, 42 получается, это как? А ты плюшки посмотри, что на голову на серебро запущено. А, да. Я забыл играть. Ну а с вами был Арвизон. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет больше видео. Всем удачи, всем пока.